В Ярвовской русской гимназии прошел семинар по использованию планшетов в учебном процессе, на котором и преподаватели информатики, и учащиеся школ хотели узнать, какие плюсы и минусы таит в себе использование инфотехнологических инструментов на уроках. Ученики и учителя Ярвовской русской гимназии делились своим опытом эффективного использования планшетов в образовании с коллегами, так как у них уже внедрена эта система. У нас сегодня в гостях учителя и учащиеся из школ Идавирума. Здесь есть Ярвиская гимназия эстонская, здесь есть ребята и учителя из Кухтланыме, из Силами, из Ихви, из Мяэтагузы. То есть география нашего региона достаточно большая, потому что у нас секция учителей информатики Идавирума, и, соответственно, все, кто выдавируемые проживают и работают, мы приглашаем их в гости, и, соответственно, у нас сегодня очень много народу, которым интересна эта тема. Мы, конечно, рассказываем то, что мы используем, то, до чего мы дошли в своей практике, потому что для нас это тоже новая вещь, потому что планшеты у нас закуплены только в этом году, и поэтому для нас это новые какие-то открытия, которыми мы хотим поделиться с учителями других школ, чтобы они на нашей опыте могли в своей школе уже применить наши знания. Сейчас уже все школы направлены на то, что в будущем есть необходимость приобретения планшетов, поэтому основное внимание на семинаре было уделено возможностям организации образовательного процесса с помощью современных мобильных планшетов. Показывались примеры учебной деятельности, позволяющих повысить мотивацию учеников к обучению. Эта тема семинара оказалась очень интересной и актуальной как для учеников, так и для учителей. Как оказалось, очень много программ можно использовать с помощью планшетов в образовательном процессе. Так, с помощью загруженных планшет-приложений можно решать задачи из разных областей математики, исследовать различные объекты, развивать речь. Также приложение поможет совершить путешествие, перемещаясь по виртуальной шкале от мельчайших частиц до протонов, нейронов и кварков. Кроме прочих плюсов были выявлены и минусы использования планшетов в учебном процессе. Минусы на самом деле, наверное, связаны с тем, что планшеты все очень разные. Очень быстро компьютерное, компьютерное оборудование изнашивается, устаревает постоянно какие-то новшества, и может оказаться так, что, например, планшет, который вы купили три года назад, уже с новой программой уже, может быть, не идет. И, конечно, вот такие техническая сторона, учителю надо привыкнуть, надо немножко адаптироваться, и уже если учителя, которые использовали это и уже знают, где плюсы, где минусы, они, конечно, если поделятся своей практикой, то для нас это будет очень полезно.